привет! Баба Вера опять с вами. И тут давненько не слушаю так какую-то группу, не слушаю. А потом как начнут предложения, у них ролики один за одним идут. И предложения, посмотрите. Вот так вот и группа Open Kids. Не слушала, а теперь одну за одной предлагают. И еще Бадабум, по-моему, Чебом. Как-то так. Ну, а название песни LMNP. Что-то зашифрованное. А что, я не могу понять. Ну, предложили, смотрю. Не видела, не знаю о чем. Так хоть слово какое-то, может что-то сочинять. А тут, короче, какой-то, наверное, детектив. ЛМНП. Какая-то загадка. Так что поехали. Так, девчонки, сегодня у нас очень важный день. Да, очень важный день. Мы должны выбрать самого крутого парня. Да, самого-самого крутого парня. По-моему, кто-то пришел сюда устраивать свою личную жизнь. Вы обо мне? Ну, а про кого? Девочки, я все ради творчества. И вообще, мне ваши артисты не нравятся. Я по футболисту. Окей. Девочки, простите, я как всегда опоздала. Короче, я пока шла среди парней, видела Белькова, красавчика. Что? Где? Когда? Как он выглядит? Расскажи. Ань, так ты ж по футболистам? Так я же говорю, что все ради творчества, господи. Внешность важна. Ну да, конечно. Ну что, погнали? Да. Ой-ой-ой. Ты так смело решаешь, что мы с тобой будем вместе. Hasta la тебе это только снится. Ты себе не представляешь. На удочку, бэйби-бой, лишь клею дурочку. Бум, жвачку, губы в трубочку. Не повезло тебе. Я морожусь, громче музычку. Мой бэд-бой, я буду умочкой. Подожди одну минуточку. Есть что сказать тебе. Любовь. Сколько раз тебя просила, мне не надо парить. Не знаю, может быть, ты хороший парень. Но ввязаться в отношения вообще не варик. Ты упускаешь детали и рассыпаются пазлы. Между нами летает. Пойми, что мы слишком разные. Здравствуйте. Это опять он. Выступить пришел. Молодой человек, мы вам сказали уже нет. Пожалуйста, мне только одну песню и все. Вы нам не подходите. Пожалуйста, для тебя один шанс и все. Ладно, прошу. Спасибо. Слушай. Забронируй успех, ты не понял, кто я тебя насадил. Все. 100% нет. Спасибо. А можно стих? Нет, спасибо. А танец? Нет. Кто-нибудь, заберите его отсюда. А можно я станцую? Девочки, ну я готовился, я... Все, нет, до свидания. Все, выводите, давайте. Что ты позволяй? Монастику тоже говорили, нет? Я сейчас пою! Следующий.
Привет, фонарон! Спасибо, что заглянул и развеселил нас. Было очень круто. Спасибо. В инстаграм оставь мне свой мобиль. Я знаю, ты же точно хочешь, чтоб тебе звонили. Пару историй перед сном, запаха моя. Я тебя заставлю смеяться. Я боюсь, ты можешь влюбиться. Можешь дальше сопротивляться. Можешь хоть сто раз повториться, что бада-бум сразу задевает за живое. Ты хотела по-другому, но сейчас стоишь со мной. В твоем поле так свободно, значит, ты один игрок. Звони, текст, бойфренд, отбросишь телефон. Ты хотела суши, я принес тебе лапшу. Моя лесть, это кунг-фу, здесь я точно победю. Шевелюри, шевелю, я клянусь твоим подругам. Я с тобой не ради хайпа, я с тобой ради любви. Скачал, конечно. Мы рады, что нашли девчонки, тебя. Вы тоже крутые. Это очень круто. Дали жару, шевелюри. А где Аня? Да, я тут. Мне понравилось, было хорошо. Так, слушайте, вы мяч можете набивать и правой ногой, и левой? Реально? Да. Слушайте, это так интересно. А вот вы, я хотела спросить, когда вы гол забиваете? Вы же прям летите вот так вот. Летите вот так вот! Короче, девочки развлекаются. Под видео написали он «Все ради любви». Мы даже в этом не сомневались. Ради любви. Но фанарот. Я в шоке. И бада-бум. Я думала, там разные лица. А это он один просто переодевался. Он в разных вариациях. Очень забавно получилось. Мне очень понравилось. О, особенно где он пел, вы видели, я прям в восторге была. Я сейчас тоже так спою. Ну, думаю, фанатам Open Kids это зашло еще побольше, чем мне. И Бадабума фанатам тоже побольше. Зашло по полной. Пошли они, прошли как одна команда. Сработали хорошо. Особенно в футбол. Да, девочки развлекаются, ж вы видите, но это все ради любви. Любовь – это такое великое чувство, ради него все делается. И поют, и пляшут, так что все ради любви. Нельзя петь, станцуем. Так что успехов вам, всей команде, успехов и новых фанатов. Пока-пока. До новых встреч. Баба Вера, 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 баба Вера.